Сегодня у нас 16 июля 2016 года. Это мы на лагере на пруду находимся. Вот от лагеря пришли с братьями. Вот сейчас пришли замерять тут. Вот наши ветлы. Уже какие у них ростки большие, которые мы садили с братьями. Вот они какие красавицы. Комаров, конечно, много. Вот илом все, вот какой лог глубины, он одинаковый с той стороны такой же, но там-то нет этой глубины. А как? Никак. Земснаряд не привезешь. Надо, приходится поднимать плотину. Выход есть, конечно. Осенью, когда уже ничего не нужно, прокопать и выпустить воду. А это начать убирать тогда. А как убирать? Тоже ничего не даст. У нас народу нету. Можно было вычерпать весь этот пруд. В Китае это сделали бы. А тут некому делать. А вот тут убили работников. Вот. Сейчас это вот что заключается. Это шпалы. Вот вода, которая поддержит. Это бетонный спуск. Заходи сюда. Никита, брось ее там. Теперь вместе будем смотреть. Нам нужно. Вот она дальше идет, плотина. Там ее дальше поднимут. Чтобы вот это место, шпалы разобрать. Доски можно не трогать. И забутить вот это. Как? Доски где-то должны остаться внутри. Если насыпать насыпь, она вон там должна идти, где-то насыпь. У нее фартук сделанный, железобетонный. Но она низко. Сделаем мы лучше или нет? Смотри, нет, тут не хлопнись. Она все время протекает вода. Там яму выбила. Вот это в прошлом году все было выкошено на шалаш. Главная работа Володина была. Ну, здесь вот кое-что наложили, я боялся, как бы бульдозер не поехал и не опрокинулся туда. Ну, плотно легло. Но здесь плотно не ляжет. Видишь, на чем? И вот эти слеги, которые принесли, мне нужно от дерева закрепить. Как закрепить? Вот теперь надо думать, вот это место надо забить глиной. У меня мысль такая была, слега вон туда и... Вот на то дерево. Но такой слеги нету. Значит, вот здесь нужно копать яму и ставить как шпалы. Несколько. Глубоко копать, глубоко ставить. Слега доходит до сюда и дальше упирается в это дерево. Ну а эти с подставками, с упорами, это на время, пока все будет сделано. Дальше слеги. Одна вот такая вот лежит здесь, другая здесь. И мы на них, на слег, когда там мы делали, вот так вот, которые там мелкие, ну, по 2 метра. По 2,5, даже по 3. И вот так вот в ряд ставится вертикально. Наклоненно, как вот естественный откос. Она примерно вот так вот будет. И вершина будет примерно вот здесь вот. И с этой стороны точно так же. Заломить за дерево. За какое там дальше будет здесь. Теперь вот это тоже дерево, тут попроще как будто. Тоже две слеги. И теперь там как бы земля была, тут бетон. Оно поползет, поплывет все. Для чего у нас солома? Забутить соломой, саман сделать. Теперь, когда слега одна, а вторая маленькая подальше наклоненная,
Ну вот она так вот будет идти, допустим. Слега от слеги, вот от воды до сих пор. И между ними вот такие вот такого размера, вот как это дерево лежит, вот так стоймят стоят. Теперь, чтобы эти, которые стоят, стоят столбушки, не пошли туда, сверху снова две слеги. И между собой их стягиваю проволокой. Обычно там сделали, там немного. У меня там давление небольшое, но здесь давление большое будет. У ней нету основания, там в землю идет, а здесь-то в землю не идет. Оно на весу. Вот она, вторая слега будет где-то вот здесь вот. Ну, примерно вот где лежит, вот здесь вот положим ее, вот здесь. И дальше вот так вот. И с обратной стороны мы делали там березовые, которые. Здесь надо мощнейшее сделать. Между собой стянуть. И вода эта выдавится, уйдет. И там солома привезенная бутить. И чтобы бульдозер здесь шел. И тогда мы здесь поднимем. Пошли дальше. Если мы это сделаем, поднимем. В прошлом году мы этого не сделали. Ну, видишь, тут поменьше. Кое-что он сметет. Но нож его поместится здесь. Они слишком близко вот это сделали, Володя. Угу. Близко. Он может их смести просто. Ну, а некоторые они привелись, а видишь, у них ростки есть даже. Ну, а некоторые засохли, ничего нету. Вот он здесь пройдет. Здесь пониже. Почему? Потому что до этого места он брал оттуда. И там стало тонуть, трактор стал проваливаться. Вот здесь был прорыв. Нора была, нора и пробила, и там много глины ушло. Нам нужно, чтобы трактор оттуда, а отсюда уже вход намертво трактору закрыт, это бульдозеру. Он только с той стороны может. Это еще кто положил? Не знаю. Возьми, на. Да при том гвозди торчат. Вот так вот рядом положи. Вот. Здесь ничего нету, никакой мудрости. Вот здесь только трактор, если бы шел, конечно, это не один час работы. Мы идем к стоку. Мы сделали слив в другом месте. Слив, вода идет очень сильно. И мы сделали слив не шириной не метр, а 3 метра. И глубоко. И увидишь сейчас как. Уже себя оправдал. Там тот каскад, он там еще озеро около этого, около храма. Храмом называется. А этот называется лагерный. Вот они, доски лежат. Досками мы перегораживаем, поднимаем уровень. Вот она. Заходи сюда. Вот теперь смотри, что получается. Вот он пророс. Это доски, четверка. И мы ее промазали отработкой. И стенки промазали, расперли. Вода подошла нынче вплотную. А весной ее не было, там она поднялась. Дальше она не может пойти. А в ней наклон небольшой как раз будет. Это все сметет. Траву можно вырезать. Видишь как, это 6-метровые доски. Ну и там еще добавили 2 метра. 8 метров перешеек. И вот надо поднять, чтобы вода пошла здесь, а здесь вот она вставляется, вот она видно где. Досками можно регулировать. Вот до верхней планки, но на одну доску ниже, можно поднять. Вот насколько. Фактически метр мы можем свободно поднять. А при большом желании мы можем это продлить и дальше нарастить. Ну а там, оттуда бульдозер должен надвинуть, там у нас маловато, на этот уровень надо вывести. Там, видишь, он начал. Ну, с Божьей помощью, если даже метр подвинуть. Да. Но это большая масса воды. Большая. Очень. Большая. Поэтому... Мы здесь посередке поставим. Вот такие они, сороковка. Поставим еще. Там давит кто-то, она не тронула ее. Уже поднимали там. Сороковка про криозотиная, как говорится. Не криозотина, а отработана. Вот тут мало какие-то появились, но вот видно где. Нам надо укрепить берег. Ребята много работали здесь. Что сделать там? И не опасно ли, что бульдозер, когда мы зараскрепим, пойдет? Вся эта наша проволока, она должна обладать такой мощностью, чтобы задержать давление его. И проволоки тут всякое разное найдем, перетянем. Вся беда, что там внизу бетон. Некуда воткнуть. И оно будет все как на весу, только за счет стяжек.
Вот так, две слеги, а когда наставим этот вот такой, сейчас вот так она будет стоять, чистокол, вот такому возле, вплотную. И с той стороны еще две слеги между собой, мы стянем их. Вот мое предложение такое, ну, как правильно сделать, не знаю. Думали даже телеграфные столбы закупить, и телеграфными столбами там, ну, такую даль вести и проще. А теперь эти слеги там мне уже показывают. Вот она, видишь, берег, он маленько оседает. Ну, он должен оседать. Да. Вот если он здесь будет трактор идти, мы его поднимем. На свое место он садит. Поднимать можно на полметра. Дальше тогда он не будет промерзать, пруд. Не будет промерзать, рыба останется. А у нас получается, что сегодня рыбу запустили, а зимой промерзла и опять с нуля. Нынче даже пирс. Бульдозер оттуда будет идти? Конечно, только оттуда. Ну а там-то там никак, перегорожены. Здесь надо слеги. Я смотрю, да, метр. Теперь вот так вот, а шестокол. Вторая слега наружу ложится. И так и там между собой стягиваем проволокой. Ну а дальше сразу начинаем, когда он пойдет, то есть самонит, вода это отплынет. Не будет доски эти ничего не трогать. Так они останутся там. Прижала экология первый год, это 20 лет назад было. Ой, это все у вас, все весна. 20 лет стоит, ничего нет. Видишь, как железобетонные фартуки называются, вокруг сделаны. Ну, ирригационное, говорится, искусство. Видишь, как сделано. Там арматура между собой схвачена, где-то видно, нет? Да не видно. Ну, то есть это поднять надо. Какой другой вариант существует? Как сделать? Вот если бы так, вот были бы телеграфные столбы, вот за это дерево завести и за то. Но тут такого нету. Но вот тут есть, вот видишь, это корень настоящего дерева. Нам это хватит слега. Здесь не хватает. Дерево вон оно где, ближе его нету. Вот здесь что-то было, тут черемуха где-то. Ну и там дерево вон где. Значит, слегу не одну надо. У нас как раз материал позволяет. У меня на один пруд там требуется еще 4 или 8 слег. То есть вполне достаточно будет. Ну вот здесь, да, вот здесь надо хорошую, как будто сваю сделать. Да, так вот они здесь, мы хорошие выберем и загоним, не одну. Очень хорошую. Да. Потому что он... Ну, вот в прошлом году мы положили ни на чем, на колышках, и оно все держится. Он, когда на грузилах идет, там давит, и она прилипает. Это глина, жирная глина. Это замок. Он воду не пропускает. Это не супесь какая-то. Мне интересует ваше мнение. Как сделать, чтобы здесь поднять выше? Как? Чтобы это было безопасно, не промыло и бульдозер не свалился. Я больше за бульдозер беспокоюсь. Но бульдозерист, он сам решит. Ну да, да. Желательно, конечно, чтобы и он был. В прошлом году там у нас два пруда тоже было так. И я сильно боялся, там высоко. Он подошел, а это ничего нет. И правда, нагрудил, двинул вперед, даванул их, оно все стало. Оно под ним-то спрессованное надо. И все. И дальше гонит, и гонит. Каждый раз она уплотняется, и она никуда, она мертвая легла. Но здесь она скат. Сама глина может подмыть и поползти. Пока здесь делаем, она же течет вода, она начнет наполнять, размывать ее. Поэтому мы делаем с соломой, как саман, и она его не может тогда вымыть. И это сделать нужно буквально завтра начинать делать. Завтра воскресенье? Завтра воскресенье, значит послезавтра. Ну завтра, то есть я имею в виду, не откладываю. Вот куда эти слеги, а как их теперь привезти? Волоком, веревкой и волоком, и все. За твердый конец, за большой конец мы так делали. Мы такие деревья большие с ребятишками возили. Ну, у нас сейчас мужики есть. Ну, я Никиту спрашиваю, какие твои мысли? Никаких. Так, как, Владимир? Ну, можно попробовать ваш вариант. Но другой вариант. Другого варианта. У меня один вариант остался. Так, Роман, что ты скажешь? В данном случае это... Задача какая? Поднять я дамбу, понял, соединить ее. Это убрать, иначе там ничего не будет. Она вода здесь хлестала. Мы всегда замерли на этом уровне. И это метр. Вот смотрите, метр мы берем, да? А? От этого уровня еще метр. Да. Это метр, вот так будет? Да. Вот у нас метр. Вот она. Вот он метр. Но мы это на дальнейшее слеги. Ну, может 70 сантиметров. Может 70. Просто метр, мне кажется, метр нет. Великовато будет. А?
метр уже будет в самом верху. Да, ну может быть и меньше там, но где-то. Но тут-то уже до 2 метров доходит, ну еще подняли. Вот это вот позволило поднять. Вода будет только там стекать. Ну по-любому надо спускать же, правильно вот это? Или вы хотите не трогать даже? Не трогать. А что это так в воду прямо? Так она и будет. Эту воду сейчас, если он будет, и глина то пойдет, она сразу выжмет. Мы ее с соломой будем делать. Это никуда не деться. Но мы должны сначала чистокол между собой стянуть. То есть она друг друга держать будет. Проволоки больше накрутить. Ну, не по ней будет идти бульдозер, это не по проволоке. Ну, а сверху глина где-то она будет сама по себе продавливаться. Вот она идет. А сейчас мы если пустим это... Ну, здесь самая большая эта беда, вот здесь внизу. Да. Но это мы уберем. И здесь как будто ничего и нет. Вот наша граница, и мы тут бутим глиной. Пока его нету, мы должны все подготовить. Когда бульдозер придет, мы ничего не будем делать. Бульдозеристу покажем, берешься или нет. А если нет? А если нет, вот это место забутить вручную. Глину носить по ведерку, как угодно, по этими носилками. Тут у нас место запасное где-то было. Вот это намного выше, намного того места, там ниже. Значит, отсюда надо везти туда глину. Ну, при наших возможностях, да. на данный момент, то есть на сегодня, конечно, это только ваш вариант, тем более у вас опыт есть. Ну, я все перебрал. Если применять, например, какой-то еще, я добавочно, но это надо что? Это, я думал, что? Этого у нас нет. Нет, вот смотри, вот здесь вот. Где посередине пробить ломиками или как? Ну и ломиками, да, или я это имел, чтобы пробить. Пробить здесь и поставить стержень. У меня есть арматура вот такой вот. Вот такая толщина. Вот. Это так кажется еще толще. Ну. Вот она между собой, видите, это 2 бока. Ну теперь жалко, конечно, нам. Но охота поднять уровень. Не поднимать вопрос решил, вообще никого еще не надо. Но остановиться на этом. У нас рыба все время замерзает. Нам охота, чтобы вода была здесь, больше было воды. А я столько металла набрал. Ну ничего, Господь здесь. Ну вот смотри, если вот здесь вот ее хорошо, да еще забить глубоко на том уровне, где она пойдет, тогда видно будет, что действительно она поддерживает. Ну и там закопать. Меня интересует вот это место. Здесь очень плотно нужно сделать. Но здесь, я говорю, здесь еще в бетоне, если бы сделать, вот так и говорится, если бы здесь можно сделать, и здесь. Да. То есть и здесь тоже. И здесь тоже. Не здесь, а вот здесь идет вот в этом месте. Ну, там, не знаю. Вот как... оно где идет. Потому что. Я имею в виду, что укрепить еще можно. Да. Какими-то арматурой. Как идет оно. Оно укреплено. Теперь, чтобы не поехало, я сегодня подумал. Разные есть секты, рабица и прочее. Нельзя, когда мы это сделаем, ее накидать, сетка. Чтобы ее задавило, чтобы остальное не сползало. Сетка, да. Сетка. И как только он наложит один раз, а снова скинуть сетку, чтобы она на ней держала. А у нас рабица рваная всякое полно. А это все-таки задерживает, чтобы она глина не поползла под бульдозером. Ну что, помолимся, пусть Бог разумит нас. Господи, слава Тебе. Ты премудрый дивный создатель, дал человеку разумение и дел. Слава Тебе. Благослови нас и пособи окончить это дело. Дай нам добрый совет, как угодно воле Твоей святой. И укроти буйствующих против нас, усмири их. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, мы уходим. Берите. А нынче сколько здесь глубины-то? Так, мерку, давайте меркой замерим, сколько от этого дерева. Ну-ка, мерку вот сюда за дерево заведите, напротив дерева встаньте. Проходи, осторожно. Ну, ну вот где дерево, нам обязательно за дерево завести надо. Так, проводи за дерево туда. Как бы, не ходи туда вниз. Вот так, где оканчивается? Зайдет за дерево? Ну, да, сантиметров. Ну все, так, покажи где. 30. Ну, это вот 6, концовка. Это 6 метров? Да. 6 метров. Ну-ка дальше пройди. За дерево заходит? Никита? Нет. Посмотри. Так заходит. Зашло? Зашло. Ну, все. Ну, почти 12. Ну, вот сюда, вот так вот. 11,5.
12 лучше. Вот, 12. Ну вот, конечно, здесь ни деревьев, ничего нету. Надо, значит, долбить, потом и дерево посадить, в дальнейшем что-то будет. Найти из этих шпал, я думаю, оно не так гниет. И поставить не одну, а прямо рядом с чистоколом шпалы. Шпалы 2-3. Все, Володя, подключай, складывай, чтобы не упасть.